Друзья, всем доброе утро. И мы, как всегда, начинаем нашу рубрику. Хотелось бы сказать, классные машины, но, к сожалению, ведра. Да, поэтому у нас в работе замечательный Mercedes C-шка. C-шка. Какого года? Илья сейчас нам расскажет, что с ним случилось. Судя по тому, что он абсолютно полностью разобран, я так понимаю, что здесь у нас Илья жопа жопная, да? Да нет, всего лишь замена трех трубок, две тормозные назад и одна топливная. Для того, чтобы заменить эти три трубки, нам надо снять с вами вот эту вот часть, я не знаю, как она... Подрамник, это задний подрамник этого автомобиля C-шки. Бак, двигатель, всего лишь три трубочки поменять. Илья, какого года автомобиль? Какая с каким пробегом? 203 да, кузов. Поэтому, друзья, у кого есть вот такой вот автомобиль C-шечка Mercedes, знаете, что если вам надо поменять тормозные трубочки, всего лишь три шланга, вам надо будет столкнуться вот с такой вот ситуацией. Цена вопроса в районе 100 тысяч рублей. Это работа. Ну, еще 150 запчасти, все вот это, тут много что поменялось. Итого? Полмиллиона рублей, готовьте. Сама машина стоит 1200-300. Да какое? А сколько? Полмиллиона минимум хороший. Короче, захотели себе Mercedes C-шку за полмиллиона, готовьте еще полмиллиона плюс. Всем хорошего настроения, друзья. Хорошего рабочего плодотворного дня и удачи на дорогах.